А вось яны з лёгкасцю падцягваюцца на адной руцэ і робяць незвычайныя кульбіты. Мінск прыняў фінал па воркауце «Сіла Беларусі». Удзел у спаборніцтвах прымалі спартсмены амаль з 30 гарадоў. Аматары здаровага ладу жыцця дэманстравалі планкі, стойкі і перавароты на турніках. Самаму юнаму удзельніку ўсяго 7 гадоў. Он сочетает в себе и моду, и здоровье. То есть, как бы, очень-очень большими темпами развивается и на территории СНГ, как бы, и в Европе, и везде. И сейчас у нас набирает очень большие обороты. То есть, в процессе тура к нам поступает уже сотни заявлений на вступление в федерацию. То есть, вот к тому же, да, это модно. Уже классические виды спорта, они как-то отходят на второй план. Как бы, вот такие уличные культуры, они, наоборот, поднимают популярность свою. Турнір арганізатары плануюць зрабіць традыцыйным. У наступным годзе ўдзельнічаць у ім змогуць і прадстаўніцы прыгожай паловы.